Всем привет! Кто читал комментарии в первой части видео, наверное, уже догадался, что я буду снимать вторую часть. В первой части я специально показал приспособление не в полной мере, я не показал прижим. Мне было интересно, кто-нибудь задаст вопрос? И такие любознательные зрители нашлись. Это, так сказать, второй вариант. В первом варианте прижим имел форму лапки швейной машины. То есть был деревянный стержень, была площадка. Но от этой конструкции я очень быстро отказался, потому как площадка съедала высоту реза. Но когда я режу толстые детали, прижим по сути не нужен. Когда я режу ДВП, то вполне достаточно просто труб с фасой. Вот я взял полипропиленовую трубу, труба армирована внутри, алюминием. И она просто вставляется в отверстие и зажимается болтом. Потом я настраиваю на необходимую глубину прижима и работаю. Ну и кроме того, в первом видео мне задавали вопрос по поводу вибраций. Поэтому я сейчас еще прорежу сосновую смолистую рейку. Ну, чтобы уже не возникало вопросов. Еще один момент. Сейчас я установил другую пилу, которая не доходит до направляющей. То есть она выходит полностью и назад попадает в паз. Но тем не менее попадает она четко, не ударяется в направляющую. Итак, поехали. Сначала доска. Теперь настраиваю на ДВП и режу ДВП. Я думаю, разница хорошо видна. Без прижима и с прижимом, ну и как я резал доску. И думаю, на этом уже и вторую серию можно закрыть. Ну а тему лобзика я еще буду продолжать немного позднее. Вот такое вот видео на сегодня. Кому понравилось, ставьте лайки. Ну или дизлайки, если не понравилось. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, задавайте вопросы и делитесь моим видео. А на этом на сегодня все.